Передача на вихід. І ось він шанс, яким курить. Шалена радість на трибунах Ельмолінона. Передача на швидкість голкіпера. Чапкою стала середняком в Сегунді, потім потрапила до плей-офф, не пройшла. І піднялася в сезоні 14-15, посівши друге місце. В минулому сезоні команда так само боролася за виживання. Потрібно розуміти, що така вже доля, такий вже рівень. Іско! Прекрасно! Зустрічі не... Такі вони дублери Реала. Іско прекрасно прийняв, прекрасно розібрався. Від трьох він хотілося в цьому епізоді. Ну, ніхто не наважив. Хавіс Іско у м'яча. Радикс выполняет подачу на дальнюю штангу и оттуда, уверен, что там голкипер Тичепель спас свою команду и перевел мяч на угловой, но арбитр удар от ворот назначает. Подача в штрафную, Бабен сбрасывает в центр, удар поворотами, 2-1, Спортинг. На 50-й минуте Спортинг забивает в центр и начал решать этому удару поворотом, и мяч летает в дальний фланг, Иско. Иско придерживает мяч, пас Хамесу тут пробивает издали. Асенсио тем временем получает мяч на левом фланге. Хамес, подача еще одна на Марату. Марату вел борьбу. Данил. Вырезает он мяч на Марату, удары два. В эпизоде Марата сумел таки выиграть борьбу и переправил мяч в ворот. Нападающий, ну, в общем, снова не было офсайда. Бабен выиграет второй этаж. Подача в штрафную. Данил пробил. В этом чемпионате заработал Лиле Кастильяно. Правый защитник вывел свою команду в третий раз в этом матче вперед. Так и не решились его встречать. А в атаке Гомес, Сепк Альварес и Лавесга держатся под ним. Пробивает Асенсио. Успевает Амарабиета броситься по...